Всем привет! Вы на канале Берхантер. Сегодня будем стрелять много из арбалета Doom Mini Aggregator. Куча наконечников, охотничьих и обычных. Давайте начнем вот с этого наконечника. Видно? Вот такой пробивной наконечник. Ну, мишень, как полагается, у нас старый железный советский холодильник. Лучше мишени я не найду для этого теста. И посмотрим, какой из наконечников лучше зайдет. Это был один охотничий наконечник, которым латы пробивали. Теперь вот этот вот, видно? Такой трехгранный наконечник. Типично охотничий наконечник. Посмотрим, как он зайдет. Ух ты, ты видел? Он даже в железо не воткнулся. Вот ты наконечник. Так, следующий у нас идет. Следующий давайте вот колстиловский пластиковый. Но он, в принципе, для лука сделан. Пластиковый. Честно сказать, я вообще не думаю, что он зайдет туда. В железо. Самое главное, чтобы он не рикошетнул капитально. Так, давайте вон куда-нибудь его вниз, чтобы он еще рикошетом ушел в другую сторону. Так, предохранитель. Ребята, видел? Это охренеть! Видно? Пластиковый наконечник в железо воткнулся. Честно сказать, вот этого я не ожидал. Но потом посмотрим. Так, теперь давайте наконечник обычный тупой. Я, в принципе, ему уже стрелял. От обычной большой стрелы. Следующий у нас идет. Следующие наконечники у нас, в принципе, одинаковые. Стрела здесь... Используется игла. Видно? Игла. И смотрите, здесь наконечники одинаковые, родные. Но здесь стальной вот эта вот штука, куда накручиваются наконечники. Здесь обычный какой-то пластиковый, и здесь стальной. Давайте обычный сначала. Теперь стальной, то есть утяжеленная версия этой стрелы. Так, а теперь для сравнения, не знаю, вообще полетит, не полетит, зафиксировалось. Видите, вот куда сам наконечник вкручивается, то есть стрелу без наконечника вообще попробуем в железный холодильник загнать. Ну, само собой, она не воткнула. Но испробовать надо же все. Ну и для сравнения, обычная такая охотничья стрела для агрегаторов, для многозарядных арбалетов. Тут наконечник, ну, посмотрим. Вот в этом я, честно сказать, не уверен, что нам вообще пробьет. Ну что, пойдемте посмотрим, что у нас там получилось. Ближе подойди. Ну, в принципе, наконечник еще живой. Но в железо он не обязан воткнуться был. Слушайте, живой. Ну, ух ты, все. Эту стрелу на выброс, которая просто... Смотрите, как ее спрессовала. Видно? То есть она туда, и вон, как спрессовала, я туда загналась. Так, больше всего меня удивило... Вот, ребята. Видно? Это же пластик, ребята. Пластиковый наконечник от Колстила. Я думал, он вообще в железо не воткнется. Ребята, ну это вообще нонсенс. Холодильник миллиметр толщиной. Это старый советский холодильник. Пластиковый наконечник зашел в железо. Это офигеть не встать. Охотничий наконечник не зашел. А вот эта вот штука зашла. Так, ну что теперь дальше у нас? В принципе, ох, ё-моё. Ты видишь, с железной штукой утяжеленная стрела насколько зашла. Ребята, это нонсенс. Так, ну, ближе подойди пока. Так, ну, это бесполезно, наверное, вынимать. Это, короче, тоже меня стрела удивила.
Так, ну это обычные. Так, давай сюда зайди. Охренеть не встать. То есть она в стойку попала. Вот что значит утяжеленная стрела. Смотрите, как она пробила. У меня так тонкие стрелы от агрегаторов не прошивали. Блин, а здесь неравные условия. Смотрите, здесь лампа. Все-таки утолщенное все. Но все равно. Вот это, честно сказать, меня удивило. Видите, здесь вот железный наконечник. Утяжеленная стрела. С железным. И так прошила холодильник. У меня ни одна стрела так холодильник не прошивала. Тем более в стойку. Так, а где у меня... Давайте найдем. Так, это не то, скорее всего. Нет. Оп. Ну, короче, это надо все вскрывать и смотреть. О, вот он. И как раз, заметили, он попал в самую, где лампа находится. Тоже наконечник классный. Навелось там на него. Ребята, резюмируем. Больше всего меня удивило из этого видео то, что вот этот вот пластиковый наконечник зашел в железный холодильник. Это, конечно, мне сейчас надо все убирать будет. Продукция у Берхантера суперовская. Короче, все забываю сказать. Я метатель в гостях у Берхантера на его канале. Все ссылки на стрелы, на арбалеты смотрите в описании к этому видео. Я стрелять, наверное, теперь только буду на канале Берхантер. У себя буду редко стрелять. А здесь волю буду отрываться. Подписываемся на канал, на канал Берхантер. Метатель какой-то звонит. Музыка на него. Подписываемся на канал Берхантер. Ставим лайк. Обязательно ставим лайк. Пишем комментарий, какая стрела вам больше понравилась. Я использовал все охотничьи стрелы и обычно охотничьи наконечники. Ну, охотничью стрелу. Пишем комментарий, какая вас стрела тоже удивила. Меня лично, я думал, то, что вот эта вот пластиковая стрела, она просто сломается и отлетит. Я офигел. Да и Берхантер, надо тоже сам офигеть. Сам хозяин, когда это видео увидит. Офигеть, ребята, это нонсенс. Ну, что могу сказать. Всем пока, до новых встреч.